Добрый вечер, Яночка! Ты бачила мой рекорд? Машинка с такой хуткостью пронеслась! Не, не бачила. Хочешь, покажу? Только ты гляди уважливо. Не, Буслик, давай иншим разом. У меня столько справ. Да отклади ты свои справы, коли ласка, и порадуйся моему рекорду. Ну, Буслик, ну давай потым. У меня зараз часу нема. Да стой ты, это усяго несколько хвилин. Несколько хвилин? Ну, добро, показывай. Ты только сядай зручней, зараз я машинку на старт поставлю. Ой, пробач, Буслик, я только что вспомнила про неоткладную справу. Другим разом погляжу на твои гонки. Ну, стой, машинка готова, твоя справа почекает. Не, пробач, это твоя машинка почекает, а мне треба исти. Да я затримаю тебе. Только на хвилиночку, потому что в другой день рекорд может не отрыматься. Тут просто так склалось цудовно. А у меня не склалась важная справа. И у меня нет этих справ уже голова иди круга. Ой. Ой, 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 что у яе кругом иди? Голова? Ой. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Добрый вечер, дядулечка. Вы уже пришли. Какое счастье! Ой, чего ты так удивляешься? Мы ж завсёды сустракаемся в этот час. А вы ничего дивного по дороге не бачили? Дивного? Дай вспомню. О, бачу. Я набегла некуда вельми хутко, только и поспела со мной повитаться. А Лиска не была дивной? Да звычайная Яна. Такая важная. У яе завсёды много справ. А голова у яе где была? Голова, ты звычайно, на месте, на плечах. А чому ты так пытаешься? А? У тебе температуры нема, ты не захворел, Буслик? Дедулечка, вы не помыляетесь? Голова яе хутка не крутилась. Як крутилася? Коли я на дорогу переходила, спочатку голову поворошивала налево, а потом направо. И усё? А по крузе она не крутилась? Не, ничего такого не было. А чому ты так спужался, Буслик? Яна сказала, что у яе голова идёт кругом. Значит, голова идёт сама по себе, да ещё и крутится. А ёечки, это ж у яе столько справ. Треба Яне допомогчи. Треба яе голову ловить. Ой. Каб яна зусім не закрутилась, да не отвалилась. Усім салют. Усё, усе справы поспела зрабіць. Цяпер могу отпачываць. Яночка, с твоей головой все в парадку. А что с ёй такое? Ты Буслика напужала, сказала, что твоя голова пошла кругом. Так и было. Есть справы, которые без меня никак не сделаются. Ага. А я хотел бегать за тобой, как твою голову ловить. Ой, дяка, что хвалявался за меня. Я как уявил, что твоя голова крутится, а потом утекает от тебя. Ай, брррр. Ой, Буслик, коли говорить голова пошла кругом, это значит, что навалилось много справ и переживаний, и, сдается, губляешь здольность их вырашить. Правильно. О, ну. Думки крутятся ага. Тебе в голове. Поспробуй их усе собрать. Ага, лечи, что они летают туды-сюды и навод кругом, а голова... Голова себе на месте. Ага. Теперь я зразумел, что голова сама никуда не побегла, да не стала разные фигуры малявать. Усё так? Ни круги, ни трогвугольники. Яна, вот тебе моя парада. Ага. Треба больше отпочивать, каб и голова твоя отпочивала, а не бегала кругом. И я и тоже скажу, побудь глядачом на моих гонках. Ага. У меня тут рекорд хуткости. Да. Как я могу на твои важные справы отрываться, коли у меня своих хапает? Я навод покрыўдзіўся трошки на тебе, потому что хотел своим поспехом поделиться. А мне совсем не до Буслика было. Так часто бывает. У кожного важных справ хапая, а іншим здаецца, что мы неуважливые до их. Дядулечка, ага. А як зрабіць, каб никто не крыўдзіўся и каб голова от справ кругом не ішла? Справа складаная.
але выйсце знайсці можна. Давайте знойдзем яго разам. Яна, ты могла б пра свае справы расказаць нам, твоим сябрам, а мы маглі б табе з задавальненнем дапамагчы. І справы хутчэй пайшлі б. И голова б никуда не побегала. Ни кругом, ни квадратом. А зробивши разом справы, мы б разом и отпочивать отправились. И стали глядачами моей гонки. Давайте домолимся. Спочатку один одному допомагаем, а после весело отпочиваем. Ну, добро. Завтра поспробуем так день провести. Ага. А зараз усе займайте месцы. Так. Я запрашаю вас на гонки формулы Б. Ага. Ой, а что это за формула Б? Б, буслик, что тут незразумелого? А, теперь все зразумело. Зараз вы станете светками нового рекорда хуткости. Только после мультфильма. Ой, давайте глядеть. Глядим. Рекорд есть, малайчына буслик. А зараз, деточки мои любые кветочки, час чистить зубки, мыть тварики и класться спать. А завтра разом один одному допомагать. И круглые, и квадратные, и трехугольные справы будут нам по плечи. Вось и чудовно. А зараз вочки закрываются, сны казки починаются. Баю-бай, разом с нами засыпай.